Привет, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение Fallout 4. Так, ну что ж, давайте берем задание. В принципе, вчера мы закончили на том, что мы принесли яйца этому роботу, яйцо, точнее, когтя смерти, да? Так, из Игнеда в полуме принести меч Абрахама Винча с завода Sogas Iron Works. Ну что ж, давайте выполним данное задание. Так. И нам для этого надо вот тпшиться сюда, да? Так, здесь мы еще не были. Ну, давай тогда с этого маяка опять же придем. Самая ближайшая точка, мне кажется, на данный момент. Так. Если что, кстати, да, насчет видео, пока что я сейчас выбираю еще одну игру, которую буду снимать, поэтому на данный момент... На данный момент пока видео чуть поменьше выходит. Но, скорее всего, я просто не то, что выбираю, есть выбор, из чего снимать. Просто я думаю. Вот, но, скорее всего, я уже придумал. Все время на ходу. Просто онлайн мышление. Правильно, что одно видео я сниму, скорее всего, в новую рубрику. Вот, она как бы для меня новая. Так-то она не новая, конечно. А второе видео я немножко поснимаю, опять же, ну, стройку. Вот. Ну, грубо говоря, признанный архитект. Вот. Пока там обновление не вышло, как мне там говорили, там, мистер Джеркон, что скоро будет обновление. Ну, пока его нет, я, в принципе, так сильно не буду застраивать. Ну, так, чтобы не терять свой навык строительства, я построю такую небольшую тюрьмень. Женскую тюрьму, так что на днях ждите. Слышь, тебя не напрягает, например, что я тут как бы видео снимаю там? О, понеслась. Ну что ж, вообще, в здешних краях как-то особо, видать, не любят, когда просто так ходят и, понимаешь ли, тут снимают. Ну ты, букашня, сейчас поплатишься. На тебе просто в глаз твой стрёмный, некрасивый глаз. Так, мы, получается, сейчас пойдем на этот завод искать меч. Разгружаться я пока не стал, потому что у меня, в принципе, нормально все. По месту еще там больше 100 килограмм могу брать. Вот, поэтому смысл. Поэтому просто идем. Понятно. Просто идем в наглую, да. Не знаю, вряд ли они мне что-то сделают в таком костюме. Я не стал костюм снимать. Так, минус. Зачистим в нем. Как любезно, но извините, я не курю. Какой мощный, а? Не, ну команда, команд. Бля, я только не вижу их нихера. Держи. Я тоже умею поджигать. Да, походу костюм-то я буду чинить. Блин, слушай, они плотные. Эй, пиротехник, херов, блин, ты задрал. Хера у него, кстати, дистанция-то хорошая. Ну-ка, на-ка. Погори-ка маленько. Блин, еще бы видеть, куда стреляю. Блин, нихера себе. Вот это начало. Вот это начало. Неплохо они так меня прессанули. Они, сука, жгут, я не вижу нихера, где они находятся. Они меня сбивают со следа. Блин, я ж капец, я ж не сохранялся, да? Может быть, какое-нибудь автосохранение было, не? После того, как я перенесся. Сейчас проверим. Сейчас я проверю. Мощные дятлы там. Нет, никого то сохранения не было. Ну, ничего страшного. Сейчас мы здание снова возьмем и туда тпшимся. Так, ну я на месте. Еще раз сохраняемся и погнали. Так, надо будет их поближе к себе не подпускать, чтобы они не могли сжечь. Потому что иначе это довольно-таки проблематично становится их убить. Так. Воу, ловушка. Гадство, а? Дверь закрыта, ладно, хер с ним, с этой ловушкой. Смотри, просто убежал. Я даже в него не попал, по-моему, ни разу. Да-да-да. Не, ну ты что, тогда один, что ли, такой? Пиротехник у нас, держи. Вот этих ребят надо сразу валить.
Канака. Я вас сейчас нахер сожгу. Испепелю просто. Так куда ж ты лезешь-то? Блин, это, слушай, броня-то не слабой. Бля, я просто не вижу. Сука, я их просто не вижу. Они меня поджигают, я их не вижу. Слушай, от них убежать еще не получается, нихера. Блин. Да, костюм, по-моему, придется потом полностью реставрировать. Так, первый готов. Сука, я тебя сначала завалю. Второй готов. Ну, а теперь вы, тряпочки. Так, ну-ка. Кстати, можно было вот это сразу шляпой воспользоваться, и все было бы нормально. Бац. С теми я имею в виду. Че ты, блин, бейсбол переиграл, что ли? Да, конечно. Так, раз. Так, ну-ка, погоди. Оп. Ага, ты иди гвоздики забивай. Бац! И хедшот. Бац, отлично. Так, сохранимся. Да, броню, конечно, они мне подшатали. Что это у вас тут такое, а? Ну, это какие-то более слабые, что ли, пришли? Да схерали, блин. Ну-ка, иди ты нахер, задрал ты меня. Во. Какие-то они прям любят огонь, прям, знаешь, любят сжечь. Смотри, у них у всех прям по огнемету, прям все крутые, что ли, такие. Все вроде, да? Просто посмотри на мою броню. Я еще думал, броню, наверное, надо было оставить и пройти без брони. Ну-ну. Так, огнемет, патроны, стимулятор. Так. Огнемет, сколько у нас? Ну, слушай, надо взять, продать, сколько он весит. Блин, весит он, правда, до хрена. Ну, давай парочку возьмем. Чисто так, чуть-чуть, чтобы продать их можно было. Так, топливо, ядерное. Так, броня. Ну и все, пожалуй. Так, а где остальные уголечки? Вот они. Так, молот, шипастая броня. Это ерунда. Это какие-то у них не особо, это, может быть, это как бы кадеты, знаешь, у них, которые только-только вступили в их ряды. Они им еще огнемет не дают и пистолет, а дают биту. Вот эти, они вот это, одна из этих вот компаний их. Так, надо приготовить оружие. Да, так, их хильнуться, я думаю. Да, это начало хорошее, встретили нас тут не слабо. Походу, за этот меч придется побороться. Ну, ничего страшного. Так даже интереснее, что ж все, когда идет все легко и гладенько. В тир тоже не хотелось бы играть. Так, зажигалка. Конечно, можно сейчас сказать, что поставь уровень сложности, например, на выживание, да, или посложнее там хотя бы. Ну, не-не-не. Мне такого адреналина вполне достаточно. Большего мне не надо. Так, тут что есть у них? Так, что тут у вас, господа, есть? Я беру, на самом деле, эту еду, надо ее, кстати, продавать, потому что я ее почти сейчас не употребляю, использую только специальные препараты. Вот, ну, продать их можно. Так, давай на деньги. А с другой стороны, препараты ведь могут закончиться, и еда тоже пригодится, поэтому нахер их продавать. Ядерный блок предмет удален. Что за терминал? Так, управление прожекторами. Диктирует освещение, системная диагностика. Да нафиг мне это все надо, пусть горят. Чё мне, блин? Это если, наверное, типа по стелсу идти, чтобы тебя не полили, а я чё по стелсу? Мне уже смысл где-то без стелса ходить, я там всех завалил вроде бы как. Утюг в шкафчике, отлично. Чё же ещё могло быть в шкафчике, кроме как утюг? Интересно, они в помещении тоже будут сжечь? Или всё-таки здесь они более старыми методами будут пользоваться? Так, а кто это у нас тут стоит? Это такое, а? Такая, точнее.
Че, с огнеметом, что ли? Я смотрю, вы прям любите горяченькое, да? Прямо, они прямо любят сжечь, прямо зажигают здесь. Ну, бля, ни хера не вижу. Горячее задание, ничего не скажешь. Да где ты? Так, вон где-то там. Ладно, пробегаем. Сейчас сначала всех завалю, потом уже буду осматриваться. А то они, суки, не дают мне нормально. Нормально тут поработать, так сказать, с местностью. Тут никого где-то внизу. Во. А, это свои. Давай, давай, давай. Готовенько, блин, шахтер. Бежит такая. Тут какие-то вообще амазонки, одни бабы какие-то. Халк злой. Халк крушить. Так, робот, а что, все что ли? Не, еще где-то триндит один. А, во. А, нет. Так, ну ладно, давай немножко осмотримся в таком случае, раз вроде все, пока. Там один где-то приныкался, не хочет вылазить. Так. Не знаю, ну давайте я сейчас здесь все быстренько осмотрю, вот эти все ряды, а потом дальше продвинемся. Так, все, там мы внизу осмотрели, сейчас мы здесь наверху тоже осмотримся. Заодно уже будем исследовать, что здесь есть новенького и дальше, что нас ждет. Где-то еще один тут этот персонаж какой-то гол... Что тут? Наверное, яблоки возьмем. Где-то еще кто-то разговаривал. Но пока его найти не могу, этого еще. Ну, я ничего, я думаю, мы, он от нас никуда не денется, правильно, здесь. Все равно мы до него дойдем. Так, тебя не я убивал явно, потому что здесь я еще не был. Так что, если что, это не моя вина. Так, робота. По данным роботам мне писали, что они помогают, ну, как бы сказать, игроку, да? Так что, ну, мне, в принципе, сильно помощь не нужна пока что. Если что, будет здесь тяжело, я его активирую. Но пока пусть сидит себе спокойно, отдыхает. Обойдемся. Мне пока, в принципе, одного робота хватает. Так, часики, походу, стоят. Херли ты меня зажала? Встала такая в проеме. Мол, типа, ты не пройдешь. Так, требуется терминал. Ну, походу, вот он, да? Слишком мощная защита. Что-то я сейчас немножко за это... Попал в затруднительную ситуацию. Не, ну этот терминал, он чисто активировать, чтобы робот, я так понимаю, да? Так, требуется... Так, а здесь что? Интересно. То ли у меня получается уровень... Где ты? Турель, блин, где-то зажужжала. То ли у меня уровень, соответственно, не подходит, то ли я что-то не шарю. То ли я смогу этот терминал пройти, в принципе, и не это, не открывая дверь. Походу, возможно такой... Так, вон там... Что это такое? Да не переживай, ничего такого. Все хорошо, это всего лишь я. Мазафака, ты где? Блин, они сразу моментально начинают кидаться. Где же эти парни? Где-то топает, слышишь? О, привет! Зажигай, чтобы не погасла, да? Что-то нынче я слеповат какой-то стал. Я вообще ни одного врага не вижу. Это стреляют? Ладно, пойдем найдем. Где
где-то кидаю, где-то стреляют, что-то. Вот, турель хотя бы нашел. Уже хорошо. Так, где-то вспышка снизу. А вот он. А я здесь, родной. Чуть не успел кинуть, прикинь, в меня. Засранец. Он даже своим этим пистолетом мне, по сути, сделать ничего не мог. Не, ну если бы, конечно, сильно постарался, может быть, что-то и получилось, конечно. Но у него ничего не получилось. Не сильно он старался. Видать, видать, ему мало платят, что он не старается. Хотя в его случае я бы сильнее постарался, даже хотя бы просто для того, чтобы выжить. Ну, дать ей этому тоже не особо интересно. Так, это мы обыскали. Мина. Заберем. Продадим потом на черном рынке подороже. Это какой-то тут вообще что-то металл. О, кстати, здесь случайно не алюминий делают, а я бы здесь удовольствием бы себе пару слитков бы алюминия сделал, потому что у меня алюминия не хватает вообще категорически для построек. Вот, я бы этим бы занялся. Так, вот еще один терминал. Вот, наверное, терминал, который можно было использовать, да, я так понимаю. Дистанционное управление дверью. Открыть дверь. Открытие. Угу, да, она самая. Окей. Ну вот, допустим, я открыл дверь. Допустим, я тут так внизу, я уже осмотрел. Опа. И теперь я иду сюда наверх, такой весь такой, раз такой. Иду такой весь красивенький такой. Здесь собираю все по пути. Чудо-клей, ключики, банки. Дешевый чудо-клей, масляная лампа, чудо-клей. Смотри, сколько здесь чудо-клея, просто чудесно. Столько чудесного чудо-клея, что аж прямо петь охота, но я не буду. Дабы не травмировать вашу психику. Так, здесь что у нас такое? Те, кто подвел кованых. Мышьяк. Ну и опять же, также можете почитать просто все это дело на этом. Камора, все можно почитать на паузе. Излом. Что-то берем вот так. Я же, наверное, можно так делать, да? Ага. А, герцог. Так. Ну, тут получается вообще, по сути, ничего интересного. Здесь получается, кто их подвел и какое их, ну-ка. Преступление, кража продуктов, наказание, напоили. Ну, короче, ясно. Тут просто они казнили там, все, ладно. Нечего тут особо смотреть, тут просто наказание. Ну, я неужели думаю, кому-то будет интересно читать про то, как кого где наказали. Ну, вот, если интересно, то напишите в комментарии, я обязательно тогда... ну, сюда-то я, конечно, уже не вернусь, скорее всего, но впредь буду, честно говоря, показывать все эти нюансы, имена и какое наказание их ждало или что-то типа того. Так, а вот и дверка, собственно. Подожди, а где? Здесь турель, а вот она турель. Допылает, блин. Патроны, катушка, забираем. Патрончики, хорош. С дробовичком пока... А, блин, мне на дробовик мало патронов. Не, пока ладно. Так, тут у нас получается выход, да? Содружество, да, если я не ошибаюсь? Да, но открыть сложно. Сложно, даже я бы сказал, практически невозможно. Домка с... Что-то там такое. If he tries to leave, kill him. You must be pretty strong to make it here. Who are you supposed to be? I'm Slag. We are the Forged. And you, Stranger, you're somebody with some guts. Тебе костюм хороший. Это тоже, походу, броня какая-то. Железная. Силовая. But I brought everything you asked for. Stealing things from your family farm doesn't prove your strength, boy. Though this wonderful sword you brought does put me in the mood to give you one last chance to prove your worth. What do you say? Kill that prisoner and prove that you aren't completely useless. You said we'd be raiding outside the Commonwealth. These people aren't even a threat to us. Prove to me that you can kill! It's him or you. О, God, what do I do? What do I do? Так, убей его, Джейк.
Уходи. Так, дятел. Ну чё? Подожди, подожди, шлак, подожди, я так понимаю, с тобой надо было сохраниться, конечно, ну ладно. Так, где у меня тут есть? Вот, давай попробуем по спусковой остановке по тебе пошмалять. Так, сохраняемся. Шлак, ты куда? Бац! Подожди. Бац! Сколько у меня зарядов-то? 9 зарядов еще. Бац! Блин, не попал. Ну хотя, как? Ой, я там горю. Бац! Блин, ну конечно да. Дядя, надо тебе в голову давай. Бац! Отлично. Ой, у меня... А, это и он. Я думаю, это мой шлем. Так, подожди, подожди. Блин, как ж... Сука. Бац, отлично. Дай пройти, мудак. Так, а ну-ка, давай еще тебе. Эх, не хватает, да? Блин, ну ладно. Сам попаду. Должно хватить, чтобы его завалить с этой штуки. Тряпка, блин. Иди отсюда, шлак. Вот ты стоишь своего имени, я тебе скажу. Прямо оно для тебя создано. Они мне просто закаляют костюм, на самом деле. Если бы я был без костюма, я бы, не знаю, я бы тут, наверное, это было бы нереально, конечно, тяжело. Так, ну-ка, что у тебя тут есть? Туловище. Так, ключ, отлично, возьмем. Огнемет. Сколько у него места? Так, силовая броня рейдера. Так, не знаю, не буду я, наверное, ее брать. Шиш кебаб. Это что такое? Меч какой-то, смотри, это что? Меч с прицелом, что ли? Или это огненный меч? Ну, подожди, что это? Где описание? Нет описания. Скорость средняя. Ну, цена хорошая, зато продать можно. Окей, взять. Ядерная батарея. Так, а, это задание, это мне нужно отдать этот меч, я понял. Меч такой интересный. Так, силовая броня, ну... Броня туловища. Так, давай огнемет возьму. Броню на раз. Слушай, хотя броня-то вон хорошая. Смотри, силовая броня рейдера, правая нога. Левая рука. Показатели у нее хорошие. Пока вот у левой ноги руки можно взять, потом какую-нибудь тему скомбинировать. Ну, сделать такой гибрид брони из, наверное, из тех, которые у меня уже роботы. Ну, точнее, если силовая броня есть, можно из нее что-нибудь там замутки какие-нибудь замутить. Так, броня рейдеров. Хорошо, ладно, я все забираю. Потом разберемся, что куда и почему. Так, этот шляпа. Все, давай, пошли тогда на выход. Нормально. Нормально, я считаю, нормально. Хорошо так разрулили ситуацию. Ничего там. Будут знать, блин, сука. Так, это мне теперь что, обратно идти? Здесь я не буду, да? А, ну у меня ключ есть. Вот как-то так. Да, рейдеры тоже пошли уже помощнее, конечно, бесспорно, бесспорно. Надо будет потрошек принабрать. Так. Ну-ка, допрыгну до костра, нет? Это сейчас кто там попытался что-то сделать? Ты где, смелый мой? Че, сука, подсирал еще где-то, смотри, живой есть. Ну ладно, пусть остается, стреляет. Я буду настолько даже любезен, что оставлю его в живых. В принципе, я и так нормально тут подчистил у них заводик. Кстати, а он считается защищенным, да? Он должен считаться защищенным, да. Отлично, ну и все тогда. А это самое главное, что мне нужно было от этого здания. Для галочки мы его зачистили. Сейчас еще для галочки вернем меч. Получим свою наградочку. Стреляют.
Только я помню, тогда торговался, но, скорее всего, наверное, все-таки я просрал денежки. Наверное, он, типа, отказался от 200 крышек и заплатит мне 150. Так что, ну, что, я шел на риск и проиграл, ничего страшного. Да, блин, какая кукуруза? Мне, блин, на меч! Вот он. Так удивился, как будто я должен был проверить это здание. Солгать, он мертв, было слишком поздно. А так он не убежал, что ли? Я думал, что он убежал. А зачем лгать? Ну, скажем, как есть. That's what happens to raiders. God damn. I'd hoped he'd come around when he realized what that life meant, but I... Я же вроде ему сказал убежать. Он вроде убежал, разве нет? Everything we agreed to. Ну ладно. Gotta move on. 150 он заплатил. А, стоп. Получается 250, ну 260, грубо говоря, у меня. Да, потому что 150, еще 108 сверху. Отлично. Отлично. Тогда ничего, все нормально по цене. Оп. Тогда неплохо, неплохо. Так. Кривая обучение. Кривая обучение. Что это такое? Интересненько. Много мест, на которые дошли для строительного поселения, но там сейчас слишком опасно провести. Зачистку можно простроить там радиомаячок, привести поселенцев. О-о-о. Тогда сначала вот это надо будет выполнить. Но, друзья, данное здание мы будем выполнять уже в следующей серии. Вот. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь в группу ВКонтакте и так далее и тому подобное. Будьте молодцами, будьте классными, и чем нас будет больше, тем круче. Всем пока.